Саженцы Вероники колосистый бубльгум Кэндлс, Вероника спиката – это яркие компактные цветы высотой не более 30 см в высоту и 30 см в ширину. Отличается обильным цветением и устойчиво к заболеваниям. Может расти на любой садовой почве, главное, чтобы она была рыхлая. Высаживать лучше на месте, обильно освещенном. Bubblegum Кендлис цветет в июне и июле ярко-розовыми кистевидными соцветиями до 10 см в длину. Не требует укрытия на зиму. Отлично смотрится в декорировании миксбордеров или одиночных посадках. Вероника колосистая Bubblegum Кендлис – это травянистые высотой 25-30 см, диаметром 20-30 см. Цветет растение в месяц июнь-июль. Аромат у цветов легкий. Окраска цветка ярко-розовая. Лист растения по форме ланцетный. Летом листва зеленая. В качестве места выращивания прекрасно подходит открытый грунт. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в сосорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.